думаю, что 4 там надо быть. А у Дианы же богатая, сейчас она мне купит что-то. Морфи наготовила еды всем, умница, домохозяйка, просто легенда. Здорово, пацаны. Как вы? Кукусики. Да я шучу, табандадо! Да коры надо ждать, да еще много народу, да, надо ждать. Давайте кориту ждем. Кориту. Коря, коря, коря. Брат, запомните, не одежда красит человека, а человек одежду. Сейчас, и чё? Теперь чё? Го вниз, го, брат. Сейчас нямы, нямы тоже придет, нямы. Ооо! Мемы в ТГ! Давай трапезу дадим, да? Да, да, yes. Турецкий? Мы... Вчера в турецком были, ты не был. А где турецкий вы? Турецкий рез нормальный. Пол третьего, да. 16. Вспомни, когда вчера этот говорил, я очень твор... Брат, про творчество шутка нужна. Но то, что я упал с ним, напомни. Злой сказал Леха после твоего первого трека, с творчеством закончил бы нахуй. Хрэп обзоров упал. Пацаны, я не помню, но это такая сильная хуйня была, бля, я упал со стула. А почему я со стула упал с какой-то шуткой, которая тоже хорошая была? Я не помню. И что, Вадим еще не проснулся. Мы сидим, Алексей что-то пиздит, а бля, я говорю... Слушайте, пацаны, это раз. Я говорю Алексею, типа... Что я говорю, Алексей, ну не, ну после ваших рэп-гейм-обзоров, ну я бы лучше пульсу обратно не лез бы. А, он говорит, я пишу стихи или какой-то... Да, я пишу мемуары. Мемуары. Пишу мемуары, стихи, я это хуярю, брат. Блядь, Ренат тупо со стула улетел, нахуй. Пойдем трапезу дадим. Пойдем, там еще кореш сейчас спускается. Какой кореш, брат? А что здесь творится, бля? А что это? Такой будет коктейл. Thank you. О, здесь имба, брат. Вот здесь просто вот два стола с одним и все. Фу, блядь, типуля. Ну что это такое? Ну почему каждый раз, когда я сажусь, на меня садятся оси? Кто? Оси сладкие, блядь, и очень. Оси. Это йосы, потому что. Бля, брат, вспомни вот этот крупный кадр. Готов? Я на тебя резко камеру перевожу, и когда на него камеру вчера перевелась, ты должен это сделать. Готов? Раз, два, три. Ты помнишь это? Ты такой... Нет. Меня слышно? Да, твой маму ебал. Бля, брат, это такой мем. Это мем, в смысле, пиздец, брат. Разрывной нахуй. Прошутто, паста. О, спагетти. О, спагетти. Спагетти, фрутти. Итальянко. Итальянко. О, осуждаю. Все, я готов. А где Коря? Где Коря? Где кто-то сами будет еще кушать? Я сказал, 6 человек, блядь, на строе сидит. Так, пишу Коре, звоню Коре. Коря, шматы, где? Подожди, возьми ты, я пойду эти девчонок позову. О, Коля, засадил бы, давайте вот честный вопрос, вот, мы как братья, понял, как бляди за спиной будем общаться, в школе кто засадил бы, я нет. Нет, я спал, брат. Я бы не засадил, ты засадил бы? Брат, ну я не люблю так. Просто дай лет. Дай лет. Сразу к делу, понял? Да, привет, посмотри, что у него с оберегом. Заплыл нахуй. Чего, не, как кажется. А, ты можешь его снять? Конечно. Брат, он его стянет. Ну не сейчас. Конечно. Конечно. Нет, я не хочу. Дай масло. Конечно, да посмотри, Олег. Ты снял. Там ебать напряжение. Я прикинь, если у него так за голову схватит, пизда. О, шваты искупалась, блин. У него мягкий, понял, пальцы? Да. Пальцы музыканта. Я пальцем музыкант. Мы как поженились, я кольцо одел ни разу. Что за лиги? Ой-ой-ой, брат, это... Ты в Монако собрался, шма? А, сегодня же этот. Привет, добрый. Брат, знаешь, что у него в телефоне? У него в гугле последние ебаные, блядь, Кёль. Привет, брат. Ой, ебать, ты выглядишь свежо, охуел, что ли, брат? Как я пришел в себя, брат? Посмотри на него, как он выглядит, посмотри на как него, вот это, брат. На вот его это кольцо, браслет, ебать, часики. Смотри, то кто-то раскладывал и понял волосы. Чисто. Брат, ну как же... Я не знаю. Один как бомж ебаный. Все, что было, я просто одел. Ну, а вот даст кому-то плохо. А? Выспалась? Да. А, слушай, дал поспросить? Нихуя не понятно.
Так ты же был, нет? Нет. SGO Run'у исполняется 5 лет. В честь этого мы запускаем самый громкий турнир по CS2 с призовым фондом 5 миллионов рублей. Совсем скоро ты узнаешь, какие про-команды будут бороться за главный приз. Также мы подготовили подарки суммой более 2 миллионов рублей. Успей забрать свой, а желаемые скины ты сможешь получить в Run Pass, выполняя простые задания и участвуя в бесконечных бесплатных розыгрышах. Хватай промокод в закрепленном комментарии и забирай бесплатные скин для хорошего старта. Ждем тебя на CSGO Run. Да, а ты выспался? Скайп. Вообще. В итоге, кто-то у меня спиздил кофе только что, я клянусь. Да, а кто же это может быть, Артур? Я не понял, как оно исчезло. Бля, брат, у нас вчера был разъеб жесткий. Нихуя себе! Надо... Чё, мне лично хорошо оделись, я же бомж. А чё мы такие все... Типа, как будто мы вчера вообще не пили. Наоборот. Морфи бы тоже свежаком. Но. Пиздец свежаком. Там пиздец народу, у меня 50 человек со мной фоткают. Факт. Давайте местами поменяемся. Сядешь сюда. Тебе 26? Да нет, садись здесь, там нет, там есть. Удобно. Знаешь, Громыч, я тебе за что говорю, брат? Добра. Ты долбоёб. Самый раз. Именно долбоёб. А вот это что идет, блядь? О! Ебать, скин не открылся. Что несется, блядь, что ты подтачиваешь? Блядь, подтачиваю его кофе. На подпиве, блядь. Завтракала? Пил, наверное. Надо меню, а меню забрали. А, помнишь, как я? Таксиста. Блядь, брат, какая ты мразь, блядь. Блядь, ну, брат, таксист у нас был слишком охуенный. Конечно. Просто, чтобы вы понимали бы, мы заходим в такси. Короче, я не... А, мы отдельно же ехали, я же без вас ехал. И мы со злым говорим, какого хуя мы без караоке, блядь, мы садимся к вам. Мы садимся, они включают музыку, нахуй. У нас просто внутри машины, блядь, хор, оркестр. И все поют разные песни, но поет одна, понял? Я думаю, что 4 там надо быть. Ребят, как настроение? ТПР, чё? Блядь, мы бухали. Мы бухали позавчера. Подожди, тебя не было. За мостом. Лёхи тоже не было. Что вы понимали бы, Морфи просто меня весь день заёбывала. Я стою, мне пацаны дали покурить. Я стою вот так, и они вдвоем на меня набрасываются. Это кричит с одной стороны. ТПР, чё? Это меня сбоку начинает грузить. Говорит, тебе хуёво, ребят. С этого момента выбегает овердрайв. What is this? Смотри, это как кушается. Брат, просто берешь и... Ма, а вилька есть? А что вы заказали? А я паста. А мне тоже... За что? Как я ничего и заебала. Ну что ты тыкаешь? Давай я тыкну. Нет, да. Наш, ма. Ну что? А, у тебя прибор. А мне чем кушать? Забрал приборы. А я у Вати спишу. А? А, это сир. Дайте воды, пожалуйста. О, волосы высыхают. Найсик. Коля плюс 12 равно любовь, нихуя. Жить шляпу радно фоткали из своей машины, свой перформанс очень красивый. В жизни отличается от фотки видео. Там даже нету начинки. Честно, он я не знаю, как вообще я не люблю. И тартар очень. И как в 10 утра встала ебанушка? В 9. Да сколько проснулась, ма? Вот. А я, блядь, смотрю, меня кто-то шею целует, прикинь. Это Коря, я охуел. Но, так она мне рассказывала, ебать, ты там дал ночью. Да. Вот так. Ладно, извини, я пошел. Да ну. Да, Коря. Серьезно? Меня. Блядство ебаное. Подожди, а ты как? Ты во сколько встал? Ты устал, как Коря? Меня, я, блядь, поцелуя проснулся. Я отстрапан. Коря, блядь, я же нахуй всю правду выложу на стол. Делаешь. А мы вот кушаем, что дальше? А, тут есть... Ты тут? Ты просто так тихо сидишь, я даже не заметила. Есть ты тут. А тут есть ты тут? Есть ты тут. Лёха, сидели на вашем брате, с пацанами говорили. Ты урод ебал. Если бы ты вот как вчера был бы у себя на стримах, это был бы разъел, брат. Да. Я вчера чуть не сдохла от смеха. Шма, я набухалась. Ну мне, шма, я набухал. Пела, не пела, потом в телефоне зависло, открываю глаза, а я набухал. Я все пьяная. Шма, я пьяная. Да, было. Да, были, да, были. Можно банан заказать? Наверное, да. В Италии пили напиток, какой-то банан? Да, хочу банан.
Can you take it, please? Томатос. Вот этот вермишелис. Томатос. Take action. Yeah. Can you take away? Yeah, take away, please. Знаете, бывает такая движуха, то, что ты переписываешься с девочкой, типа, я когда тебя встречу, я тебя возьму за шею, я тебя буду любить. И вот потом вы встречаетесь, у вас в итоге свидание, и вы просто сидите вот так в телефонах друг от друга и никого не трогаете, понял? Типа, сисядесь друг к другу. Thank you. Типа, блядь, а что она обо мне подумает? Бля, а что она обо мне подумает? Вот там, фак. Я оставлю тут, это прям вот такая ситуация, понял? Подожди, а это новая твоя обувь? А почему у тебя шнурок на носке? Они раз так были? Да. Это... А, ебать. Бля, ты охуеешь, какие я пельмени готовлю, брат. Бля, плов лучше. О, узбекский, знаешь, как охуенно делали? Давай, давай. Ну, больше всего... делали это. Охуенно же тоже был, брат. И что мы в кафе напишем? Не-не, да, просто ну скинуться, надо же. Злой мем в ТГ. Валикса, о! Чё там, брат? Нормально, брат, всё чётко, чётко. Подожди, я тебе кое-что хотел, да. Ох, ебать, он понервничал. О! Ебать, она тройник ебанула, ломать же именно. Нахуй ты мне цепи? Бери, бери. Это чё, брат? А где девочки? Назад? Да нет, да. Не, давай лучше, девочки. Давай. Нахуй меня нахуй. Давай, давай. Пацаны, готовы? Раз, два, три. Кинь давай. Ты как, он как нахуй его откинул. О, Дианочка. Принцессочка, та. Куда ты, Дианочка, что ты? Да ничего, зацени, какой ремень купила. Бля, классно. Ты как всегда, ну, так одеваешься странно. Как? Прикольные. Ну, так необычно. Ремень. А так и на шею и тоже ёбни еще. Чё так? Ну, а ещё можно прикольный. Затянуть? О, вип! Видишь, что за, бля, вип? Сейчас слава будет, а ещё вот что будет. Что? Чтобы ты привет передал. Давай, кому? Просто моим фолловерам. Давай, давай я передам. Фолловеры, как ты? Валяш, да, я. Кто ты? Так, как ты, фолловеры? Я Вадим. Ты Вадим, Вадиму фолловерам привет. Всем приветики, подписывайтесь, добейте миллион подписчиков. Да, миллиард, ёбните ему. Давайте. А сколько у тебя подписчиков сейчас? 820 тысяч. Со мной же тоже люди фоткаются. А, все понял, да. Давай. Вась, ебать, бля, аж как-то, он ебало закрыл. Пацаны, через 40 минут Слава выйдет. Будем зависать сильно. Я ему отомщил, сука. А где эти Коря, Морфи? Послушай, пускай там петляют, идем в арену. Петляй к своим мажорам. Так я тоже знаю дорогу. А? Давай магазину нам надо. Брат, ты можешь быть рядом со мной, ведь у меня сердце холодное. У меня тоже холодное все, брат. У меня холодное. А, это где белки бегают по ночам. Кролик. И кролики, да. Кролики? Там урод белый, я думал, я приход поймал, а это реально кролики были. Брат, а что, а можешь свой тикток показать? Без проблем. Брат, я в кюльне. Брат, можно твой тикток? Ради такого? Херня вопрос. Вадим! Давай миллион ебанем. Давай! Бустер! А, это ты! Да, а, это он! Это я. Ты порно снимался, брат? Ты что, блин? Хотелось бы. Артур. Бля, ебать ты плюс вайб. Поставь лайк везде. А ты зарабатываешь ТикТока? Да. Сколько месяц зарабатываешь? Ну, со второго ТикТока зарабатываю 700 евро. А с третьего? Третьего нету. Ты типа компанию себе открываешь? А с первого? С первого нихуя. Почему? Я на первом хочу галочку получить. Че, Вадя, давай ты на связи, брат. Ей что звонит? Кстати, а где Шок? Да у меня связь есть. Я могу тебе его телегу дать. Это звучит угрожающе. Сильно, да, брат. Да, Вадя молодец, реально. Красавчик, блядь. Ну, блядь, ты поменялся. Ты раньше таким не был. Честно, да, да. Ты все молодеешь и молодеешь. Мои. Тут что за мемуары? Какие мемуары? Ты же не был прикол? Мемуары помню, брат. Оставь это творчество, нахуй на тебя надо. Ты была в Кельне? Да, на Комиконе. Что ты тут делала на Комиконе? Комикон. Комбикорм. На комбикорме? Комяков. А что ты, угораешь по Комикону? Ну я что-то съездила посмотреть, что тут игры какие-то там это, поиграла в закрытые, типа, бета. Ты игроманка? Ну немножечко. Да во что ты играешь? Че, смотрите. Че там? Бля. Яна красивая. А вот арена, Вась. Вон, брат, арена. Вот брат, лак. Арена, вон. Лак. Ты арена, блядь, ты Рино, блядь. Охуеть. Да вы что, домой бы, вон арена. Идем. Брат, шма, пойдем. Какой красный, наверное, зеленый всегда. Зеленый шма делает. Что ты хочешь? Трогаешь их?
Да, типа... Да, блядь, ну... Чё у вас... Чё вы, Ли? А чё у вас, глаза не такие, что ли, сейчас? Такие. Не сейчас, а в целом. Ну, у нас, я в очках, у меня ультрафиолет. Да, тебе удобно, пыль не заходит. Произошло это из-за того, что они впустили, тогда пыль, и понял? Ну да. Ну да, по генетике солнце часто светило, и, короче, всё. И выработался вот этот гормон, понял? Красивая, да? Шутка хорошая была, там в рот ебал. Красивая, ну, страна вообще, Германия. Германия? Ну, слушай, вот на самом деле ни в Германии, там, ни во Франции. Нигде так не понравилось, как в Варшаве. Ты когда в Варшаве, ты когда машину, блядь, соберешь, нахуй, будь мужчиной, так она блядь. Собрана так, уже. Иди разъебись еще раз, ну, блядь, контент заебешь. Да ты конструктор, блядь. Да после тебя уже ездить нельзя, блядь. Да когда мы идем в вокзал? А я думал, а я потом не думал, да. Когда тебя замуж заберут уже? Так а зачем? Это ж делиться надо. Тоже верно. Так а что, если тебе есть что взять? Опа. Бэха. Бэха. Я возьму. Тоже верно. Тан, у нее пиздец, что за бэха, вы знали? Он ее разъебал. Разъебал. А ты не сделал ее еще? Да не, кузов у тебя целка. Кузов, ну говоришь, брат. Да, у нее динозавр. Ян, ты будешь Red Bull? Кто-то Red Bull будет? Динозавр? Блядь, я тогда его... Есть Mountain Dew! Бля, шмак. Я рот того какал, нахуй. Ой, это как откуда вышло? Without sugar? Это without for you. Брат, вот твой кен, блядь. Чисто голубь. Да, я... А ты знала то, что если ты сейчас пнешь... И надо... Если ты сейчас пнешь голубь, меня забанят нахуй сразу же. Да? Погнали. А прикинь, я вроде Диана бежит за ним. Погнали? Она как за голубем. Диана! Оставь птицу в покое. Бля, просто... Бля, он хороший кидает, смотри. Знаешь, какую птицу можно не поймать? Моя мама говорила фразу. Ты чё? Птица, которая очень низко летает. А сейчас ты птица, которую невозможно достать. А девочек, да, много фоткалось? У меня две M5-ки. Гримджо! Гоу последний рест М-ки, чтобы воздуховоды светились. Не зашла. В другую не сяду. Фу, блядь. О чем речь? Я не понимаю, в машинах, блядь. Брат, здесь братский разговор. Понятно. В зеркало посмотрите. Бля, жмать, в этой кашлюрице, это так охуенно выглядит. Да блин! Я не понимаю, что так светит вообще. Ну, алло, я тебя забаню. Что? Извините. Не смей. Бля, не, на самом деле реально прикольно. В это, где мы сейчас? В Кёльне. Где тебе больше всех? Ты же в Европу всю прогуляла. Да. Ну почти. Где больше всех ее фаворит в Сити? Я не знаю, мне в этой, в Виннице нравится. Где-то. Честно скажи, ебашила там эти желебоны? Не, что за желебоны? Ну, то, что накуривает жестко. Не, так это скурить надо, чтобы накурило. Ну, блядь, как это хуй, брат, скажи на, блядь. Не, вот сюда, мне кажется, ребят. Как его зовут, блядь? Серег, скажи ей, блядь, что мы хавали? Gummy bear. Мы желешки хавали, конфетки, шоколадки в Австрии. Да не, это ужас, это ж не проконтролируешь, потом на целый день отлетишь. Слушай, кто кого контролирует? Диан, сколько тебе лет? Не, без шуток не знаю, бля, буду. Клянусь, не знаю. 26. Дай копоти. Правда не знаю, брат, 26. Дай копоти. Нахуй ты говоришь, блядь, ты одногодка моя, долбоеб. Брат, сказал, блядь, а я думал, ей 31-32, блядь. Брат, она, ей в 50 она будет выглядеть так же. Ну, кстати, ну да, да, кстати. Давайте просто пойдем, но не будем. Гром, сколько, вы знали, что Гром женился? Да, покажи кольцо. Да. И нахуй ты это сделал, долбоеб. Я люблю ее. Чисто кенты, понял. Это ой, бля, хорош. Респект, брат. А вот Злой также говорил про Мадам Дестини в Турции. Да. А сейчас что? Теперь что? Теперь что? Любил ее, да. Это что за кисуля с вами? Мяу. Это, пацаны, чисто понял этот, как его зовут? Как это называют? Кошка, понял? Мартовская? Да не, это которые, блядь, их в этом разводят. В Китае, понял? Маленькие такие. Не. Мультипу? Во. Майн-кун? Мультипу это собаки маленькие, понял? Вот такие, изюшки. Кстати, один из факторов то, что из-за сильного звука они умирают, понял, мультипу? Реально? Да, они очень, у них нервные клетки очень, понял, такие? Не хватало, знаешь, на лице кого-то. Говорят, Дианычу не хватает, чтобы он заебывал бы сейчас злого. Да. Есть только Дианыч. Бля, я говорю, ебать не хватает кого, Вась. Наши, бля, проститутки, Аленки. Аленочки нет. Блядь, Аленки нету, сука. Жалко Аленок. Диан, ты сейчас в Тундре, да, работаешь? Нет. А где? Ты уже не работаешь? Аврора. А ты же работала. В Авроре. В Тундре это гаечка. Горе. А, да ну нахуй. Че, как вообще дела сейчас обстоят? Охуенно, можешь социальные почитать, там пиздец. Шма, я честно вообще не слежу, брат. Соцсети. Я вообще понял. Соцсети. Не, Аврор. А у Дианы же богатая, сейчас она не купит что-то. Заберешь шмот, ты миллионы зарабатываешь. Не переноси ответственность. На самом деле лучше курить, чем пить. Без шуток. Найс, ты, блядь, сравнил.
Ну, все нормально, харам бой. Нет, ну это я же прав. Бро, это как говно смущусь. Я Лев. Ой, сравнивать, понял? Типа, что хуже? Ну да, это типа два негативных эффекта, и сравнивать, что из них лучше. Это... Бля, я думаю, вот в чем прикол, почему ты вот так ходишь. А, ты под кайфом всегда. Всегда на кайфе. Прикинь, просто чисто. А, нихуя, Каролина кибикус шишус. Она просто под шишишем. Она под шишей. Девки подходят, просят передать привет своим подружкам. Я в каком мире вообще? Так, я говорю, и заходим. Давай, шма. Я ж глаза блю. О, ебать, нормально видишь. Спасибо. Ты молодец. Бать, комбо, понял, брат? Именно... Раскрутили. Комбо-ломбо, бля. Бля, это сильная тоже была, кстати. Брат, блядь, это заготовки? Типа он раньше так шутил или нет? Или это просто летит? О-о-о-о. Кто здесь гангстер, кто... Сильно, сильно! Прикинь! Да, привет, чат. Здорово, здорово. О, Эрик, сука, шоков! Мы входим внутрь. Hello! Блин, а чё мы тут вообще? Зачем? Зачем что? Нам это проходить? Бля, ну да, конечно, классно здесь, блядь, охуенно. Мне вообще комбо, я беженец. Так? Женщина. Женщина ещё, ебать ты двигаешься на умах. Ладно, а когда я им три раза ебала? Ты думаешь, что у меня бейджик? Был греф какой-то? О, в натуре, Вась. Ей випку выделили, блядь. Ой! Где Форза? Не знаю. Потом просто рейд дадим. Вот так выглядит, пацаны. Походящий. Вот так выглядит виплоджа, братья, приветствую. Бля, вот тут вайп охуенный. Короче, о, сегодня ж хавка новая. Шма, будешь хавать? Бля, ну хотя бы овощи добавили. Бесплатно? Yes, yes. Дальше идем, показываем вам, братья. Уй, бля, курица. Давлю, давлю. Бля, молодец, молодец. Морфи наготовила еды всем. Умница, домохозяйка. Просто легенда. Я здесь гангстер. Чё? Да, блядь, ну шо? Сва, теперь чё? А это я готовил. Видела, что я приготовил? Я там, там курица, там макароны с подливой, там для тебя специально сделал. Спарта. И вареники с картошкой. Нехуй. Откуда ты знаешь, что они с картошкой? А? Я ж готовил. Громко. А. А. Кто-то будет пиво? Пиво будет надо? Очень зря. Покупаешь, ма. Ваше здоровье. Шма, похмеляюсь, ра? Какие планы? Брат, ну, мои... А ты писала Лёхе? Напиши Лёхе по-братски. Пчёлкину? Нет, нет, нет. Напиши насчёт шопа. Вот это до игр надо было. Так ещё не началось же. Напиши просто Лёхе. Пацан, как вам остановка? Ты работаешь, да, Дима? Чма, надо было поесть. А мы поели, а Сэм? А в Skylounge не идёте? Или у вас только сюда добро? Skylounge, что такое? Ну, лаунж другой, типа. А нахуй сюда? А не нахуй нужен, брат. Есть чем выебываться. О, сиськами поиграл, по лицу. А маленькая, потому что я в зал давно не ходил. Нихуя себе банка. Отец, да ну нахуй. Бля, интересно, что она шеей делает? Как она? Это он так. Что она шеей сделает, понял именно? Если хватит именно. А ты на меня запрыгивай с ней, слышишь? О, поприседать с ней? Ноги вытяни вперед. Охуеть. Ебать ты крепкая. Молодцы, нормально заснял. Ладно, ты, конечно... Я лучший оператор в этом мире. Приветствую, брат. Привет. Как дела? Все супер. Ебать, а здесь что за Биг Мак здесь получился? Нихуёвый такой сзади. Не делайте. Бля. А можете вот так встать и смотреть на матч вот так? Пожалуйста. Бля, встаньте вот так. Ебать. Это что за заправка, блядь? Ебать тут, посмотри сюда. Ебать тут именно аппараты, блядь. Ебать, а что за эмки собрали, слышь? Ебать.
не обработаны еще. Да ну, там поле пахать и пахать, брат мой.